Как предотвратить появление целлюлита? Многие ответят, что достаточно держать вес в пределах нормы. На самом деле ответ кроется гораздо глубже. Подтверждение этому – худенькие молодые девушки, на ногах которых присутствует целлюлит. Для этого необходимо воздействовать на кожу и снаружи, и изнутри, правильное питание, физические упражнения, косметические средства, массаж, правильное антицеллюлитное питание. Направьте ваше питание на избавление от лишнего веса, если он имеет место, и выведение токсинов и шлаков из организма. А значит, питайтесь правильно и сбалансированно. Запретные продукты при антицеллюлитном питании. Алкоголь и растворимый кофе и черный чай, сладкие макароны, белый рис, жирное, острое, соленое, фастфуд, майонез. Чипсы, сухарики, консервы, газированные напитки. Принципы антицеллюлитного питания. Готовьте еду на пару или запекайте. Не переедайте, кушайте в зависимости от вашей активности на день. Если планируете просидеть день дома, кушайте меньше тяжелой пищи, больше овощей. Если день планируете провести активно, то можете покушать более калорийно. Смысл в том, чтобы не давать организму накапливать жиры, выпивайте 2 литра чистой воды в день и ешьте минимум за 2 часа до сна. Питайтесь сбалансированно. Продукты, помощники при антицеллюлитном питании, свежие овощи и фрукты. Улучшает обмен веществ, выводит шлаки из организма, красные ягоды, ржаной хлеб, овсяные хлопья, рыба и другие морепродукты. Оливковое масло, сухофрукты, бобовые, куриный белок, свежевыжатые овощные и фруктовые соки, диеты, помощь с борьбой против целлюлита. Все они направлены на то, чтобы питание ваше было сбалансированным без ущерба здоровью. Хотя стоит отметить, что они достаточно низкокалорийны, наибольшую популярность и положительные отзывы приобрела диета, разработанная Николь Ронсер, автором книги «Как победить целлюлит. Стратегия и тактика успешной борьбы с целлюлитом». Правила диеты: выпивать от 2 литров очищенной негазированной воды в день, полный отказ от молочных продуктов, сахара, соли, алкоголя, чая, кофе. Точное соблюдение меню диеты рассчитано на 10 дней. День 1, 3, 5, 7, 9. Только сырые овощи и фрукты. Без ограничений в количестве. Выбирайте фрукты с наименьшим содержанием сахара: яблоки, ананасы, манго, киви, апельсины. Завтрак – сырые фрукты. Обед – свежие овощи, овощные салаты, заправленные предпочтительно оливковым маслом. Можно добавить немного семян подсолнечника или тыквы, кунжута, миндаля. Ужин – один фрукт, обеденный салат с добавлением ростков сои, фасоли, пшеницы. День 2 – только фрукты. День 4, 6, 8, 10. Фрукты, отварные овощи, безмолочные крупяные каши, овсяная, рисовая, гречневая. Антицеллюлитный массаж в домашних условиях. Антицеллюлитный массаж делается для того, чтобы улучшить кровообращение кожи. Не составит труда вам сделать массаж самостоятельно, простой массаж с использованием массажной щетки. После принятия контрастного душа растирайте сухую кожу в проблемных местах в течение 5-10 минут. Процедуру повторяйте ежедневно. Медовый массаж. Возьмите пару чайных ложек натурального меда, точный объем зависит от площади проблемного места, эфирное масло, апельсиновое, грейпфруктовое, мандариновое. Смешайте мед и масло из расчета 4-5 капель масла на 1 чайную ложку меда. Нанесите смесь на ладони, легкими похлопывающими движениями массажируйте проблемный участок. Через несколько похлопываний кожа станет чувствительной и покраснеет. Вы делаете все правильно, если вы увидите через несколько минут на коже белые хлопья меда. Такой массаж делайте несколько раз в неделю. Тепловые процедуры для борьбы с целлюлитом. Наиболее распространенными тепловыми процедурами являются ванны, контрастный душ, обертывание. Для принятия антицеллюлитной ванны добавьте в воду морскую соль. Это довольно пассивный способ борьбы с целлюлитом и может быть действенным только как дополнение к другим. После ванны и душа хорошо делать растирание специальной массажной щеткой. Особую популярность благодаря своей эффективности приобрела процедура обертывания. Купите или сделайте самостоятельно специальный антицеллюлитный крем, нанесите его на проблемную зону, обмотайте пищевой пленкой. Лягте под одеяло на 30-40 минут. После тщательно смойте антицеллюлитные процедуры вне дома. Если пытаться победить целлюлит дома вы не хотите, вы можете выбрать салонные процедуры для быстрого избавления от целлюлита, миостимуляция. Процедура заключается в воздействии электрического тока на мышцы. Сжигается лишний жир и уходит целлюлит. Можно назвать эту процедуру пассивной тренировкой.
Чтобы добиться эффекта, необходимо пройти от 10 сеансов антицеллюлитный массаж. Массаж с помощью или без специальных приборов, направленный на улучшение кровообращения в проблемных местах. Курс составляет 10-15 сеансов обертывания. Процедура, которую вы можете сами сделать дома, а можете доверить профессионалам. Результат будет уже через несколько сеансов, мезотерапия и озонотерапия. Процедура, действующая изнутри, так как внутрикожно вводится препарат или озон, борющийся с целлюлитом. Для достижения эффекта необходимо 2-3 сеанса, которые периодически необходимо будет повторять. Эффект после процедуры очень вас порадует прессотерапия. В данной процедуре борьбу с целлюлитом оказывает давление воздухом. С помощью процедуры улучшается обмен веществ, в результате чего кожа становится гладкой и эластичной. 10-15 сеансов обычно достаточно для получения желаемого эффекта водные процедуры. Как правило, под такими процедурами подразумевается банальное посещение сауны. Несомненно, кровообращение улучшается, но вот результата только одним таким способом вы не добьетесь. Это скорее должно быть дополнением к какому-либо из вышеназванных. Упражнение для быстрого избавления от целлюлита. Левую ногу сгибаем в колени, правую отводим назад и не сгибаем. Руки на коленях, спина прямая. Ждем 30 секунд и немного пружиним тазом. Меняем ногу и повторяем ноги вместе, руки вперед. Приседаем медленно 10 раз, ложимся на спину, ноги кладем на что-либо выше уровня тела. Напрягаем ягодицы и приподнимаем таз вверх несколько раз, ложимся на правый бок. Левую ногу поднимаем вверх на 45 градусов и держим 10 секунд. Повторяем несколько раз и меняем ногу, ложимся на живот, поднимаем ноги максимально высоко, а потом разводим их в стороны. Как самим приготовить антицеллюлитный крем, масло, скрабы, гели в домашних условиях, кофейный скраб. Самый популярный скраб для коррекции фигуры. Самый простой рецепт – смешивайте молотый кофе с гелем для душа. Во время принятия душа хорошо помассируйте проблемные места. Хорошего эффекта можно достичь сочетанием меда и кофе. Смешайте 4 ложки меда и 2 ложки кофе. Массируйте кожу полученной массой около 15 минут. Антицеллюлитный крем. Смешайте 2 чайные ложки вашего крема для тела, 10 мл оливкового масла, несколько капель апельсинового эфирного масла. Ежедневно втирайте проблемные участки кожи. Медовый гель. Разогрейте 30 г розовой воды, добавьте 3 г желатина, 3 г борной кислоты, ложку меда и 50 г глицерина. Хорошо перемешайте и дайте настояться 5 часов. Применяйте на проблемные участки. Массажное масло. Смешайте 200 г кунжутного масла холодного отжима, по 2 капли эфирных масел пачули и иланг-иланг, 4 капли розового масла, 1 каплю масла можжевельника. Такое масло можете применять после каждого принятия ванны или душа. Массируйте, пока масло не впитается полностью. Борьба с целлюлитом – это сложный процесс. Следуйте всем советам и добивайтесь результатов. Видео на тему «Как избавиться от целлюлита» от Татьяны Рыбаковой. Как самим приготовить антицеллюлитный крем, масло, скрабы, гели в домашних условиях, кофейный скраб. Самый популярный скраб для коррекции фигуры. Самый простой рецепт – смешивайте молотый кофе с гелем для душа. Во время принятия душа хорошо помассируйте проблемные места. Хорошего эффекта можно достичь сочетанием меда и кофе. Смешайте 4 ложки меда и 2 ложки кофе. Массируйте кожу полученной массой около 15 минут. Антицеллюлитный крем. Смешайте 2 чайные ложки вашего крема для тела, 10 мл оливкового масла, несколько капель апельсинового эфирного масла. Ежедневно втирайте проблемные участки кожи. Медовый гель. Разогрейте 30 г розовой воды, добавьте 3 г желатина, 3 г борной кислоты, ложку меда и 50 г глицерина. Хорошо перемешайте и дайте настояться 5 часов. Применяйте на проблемные участки. Массажное масло. Смешайте 200 г кунжутного масла холодного отжима, по 2 капли эфирных масел пачули и иланг-иланг, 4 капли розового масла, 1 каплю масла можжевельника. Такое масло можете применять после каждого принятия ванны или душа. Массируйте, пока масло не впитается полностью. Борьба с целлюлитом – это сложный процесс. Следуйте всем советам и добивайтесь результатов.